Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на электрораспылитель цементных растворов OMG-V220 вольт 850 Вт в AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 14 февраля 2019 года. Стоимость такого гаджета $106.65. Вот он есть, 220 вольт. Доставка в Россию платная. $78.11. И общая стоимость для России $184.76. Вот такой распылитель, к нему и не нужен даже компрессор. То есть купили такую вещь и можно работать. Это я к тому, у кого нету компрессора. Так, ну мы посмотрим сейчас стоимость цены вот в другие регионы. Для России $78.11, как я уже озвучивал. Смотрим Беларусь. $69.66. Смотрим Казахстан. Казахстан $42.41 и Украина $72.24. Ну вот такая стоимость самого гаджета и плюс доставка во все регионы. Ну, здесь вилка американская, но 220 вольт, потому что вот здесь 110 не отражается. То есть для европейцев. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. А то, что, допустим, даже вилка американская, можно покупать переходник, ну это уже каждый решает сам.